Всем привет! Сегодня приготовим помпушки к борщу. В общем, что нам понадобится? Значит, 250 грамм молока. Я уже немного отлила. Потом столовая ложка и чайная сахара и соли. 2 яйца, дрожжи. Быстрые у меня дрожжи. И полкило муки. Масло еще забыла сказать, подсолнечное. 3-4 столовых ложки. Сейчас что мы делаем? Первым делом ставим опару. Значит, я отлила 3-4 столовые ложки молока. Сюда добавляем сахар, не весь, половина. И туда же дрожжи. И все это поставим в теплое место. Ну, обычно это все минут прям за 15 начинает бурлить. Все перемешиваем. И потом сюда, когда подойдет все это, добавим все ингредиенты и поставим опять в теплое место. Я по этому рецепту готовлю первый раз. Ни разу такие помпушки не делала. Подошло все у нас. Сейчас сюда будем все потихоньку высыпать. Сейчас залью молоко. Я все не буду, потому что я перед этим больше залила. Так, сейчас венчик. Яйца. Соль, сахар. И потихоньку будем вводить сейчас муку. Тут, мне кажется, на такое количество молока очень мало муки. Давайте посмотрим. Потому что видео, там тесто довольно густое получается. Мне кажется, оно не будет густым. В общем, сейчас перемешиваем мы с вами все тесто с мукой и ставим опять в теплое место, чтобы все подходило. Пока будет подходить, сделаем такую помазку с чесноком, чтобы потом помпушки смазать, они тогда мягче станут. Значит, для помпушек сделали им сейчас такую помазку. В общем, у меня тут 2 зубчика чеснока и оливковое масло. Туда же я сейчас отправлю укроп. Можно не класть укроп, если вы не любите его. И все, и вот такая вот у нас масса получается. Она постоит, пока помпушки будут готовиться у нас, она постоит. Двигаем в стороночку. Вот наше тесто. Такое оно очень даже довольно мягкое. В общем, сейчас будем брать вот так вот по чуть-чуть его и делаем помпушки. Ну, как обычные булочки. Все. Такие вот примерно вот такого вот размера они у меня все сейчас будут. Духовка у меня уже на 200 градусов разогревается. Так, булочки наши готовы. Сейчас мы их вот этой вот нашей смесью смажем. Смазывать надо горячими. Они сейчас немножко постоят и сразу станут такими мягенькими. Укроп не цепляется. Вот так вот смазывать надо все булочки. Они постоят, пропитаются, потому что сейчас они вот такие вот, как с корочкой сверху. Ну, вот такие вот помпушки у нас получились. Запах обалденный просто вообще.
Всем приятного аппетита. Заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем пока!